такой ракурс попросало все. Там есть места вообще капец. Капец. Полная жопа, вон. Понарастало здесь. Вот эту херню продают, я видел, на рынках. Они ее едят. Можно собирать, но я не думаю, что судно можно ее брать и есть. Потому что здесь у нее содержание цинка. Они впитывают в себя в цинк. Вот эти вот. Поэтому я не думаю, что стоит это есть. Так, он делает инспекцию. Вот тут поднарастало. Вот этой вот хрени тут понарастало просто до хренища. Много вот этих вот ракушек здесь. Побросали вот. Вон, здоровая такая. Ого! Опа! Оторвал. Короче, такой морской писюн называется. Ну что они? Вот так вот. Как вам устроиться? Ну, к нам сюда не устроиться. Это надо сначала отучиться в институте 5 лет. Потом проходить кадетом 5 лет. Ну, не 5 лет, 2 года кадетом отработать. Такие 2 года кадетом отработать, 2 контракта. Ну и потом уже, ну, смотря какую специальность выбрать. Механик, штурман. Это вот такое вот. В зависимости от специальности. Да, масштабы здесь крутые. Здесь масштабы вот. Вон, человечишки стоят. Китайцы. Хорошая у вас работа, весь мир повидал. Да, весь мир повидал. Но, ребята, это все-таки работа, это не отдых. На отдыхе это совсем другое повидать мир. Да, офигеть. Да, ребята, это офигеть. Можно проще к нам устроиться. Это год отучиться на матроса или моториста. И как вот мне пройти сейчас вот этот тут ебашит с ватербластера. Блин. А, он просто его вставил туда и ушел. Пиндос, а? А у меня муж моторист, да. Ну, нам это, сейчас, пройду эту хрень. Да, моют этим. Моют от ракушек. Высокая. Нихау! Можно год отучиться и идти мотористом. У нас у моториста зарплата где-то $1700. Небольшая, но как бы хватает людям. А что обычными шлангами? Вот эти обычными шлангами просто вот эту вот херню чистят. Вот это вот все смывают обычными шлангами. А потом уже идут вот этой ватербластером. А вон, видите, он наверху. Сейчас вот подъезжает, вот такая вот машинка. Водой. Раньше песком это все делали, а сейчас вон водой. Новые технологии. Новые компрессора. Вот так вот. Да, офигеть. У меня муж моторист. Все, двигатель чинит. Двигателя. Ну, моторист тоже хорошая профессия.